Всем-всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами пожарить креветочки на сливочном масле с чесночком и с черным перчиком. Получается вкусно, ароматно и очень-очень нежно. Итак, давайте начнем. У меня полкило креветочек варено-мороженых. То есть они уже в принципе готовы. Только можно придать им еще вкусовые, такие более богатые оттенки. Также буду сегодня использовать сливочное масло, рубленый чесночок и черный перец горошком. Соль смотрите по своему усмотрению. Хотите, добавляйте, хотите, оставьте уже так, как они были сварены в подсоленной воде. На разогретую сковородку закидываем сливочное масло. К сливочному маслу добавляем чесночок и перчик. И все это обжариваем вместе минуточки 2-3, пока не добавляем креветки. Аромат, конечно, уже стоит обалденный. Вот от чесночка со сливочным маслом, как все это обжаривается. Уже прямо слюнки текут. И теперь высыпаем в наше чесночное масло креветки. И обжариваем, перемешивая буквально 5 минуточек, потому что креветки уже готовы, как я уже говорила, варено-мороженые. Они в основном всегда так продаются. И им нужно только пропитаться вот этим вот ароматом чесночка, перчика, масла, чтобы прям были еще вкуснее, чем были изначально. Пора снимать с огня и выкладывать на тарелочку. Креветочки готовы. Мне остается только пожелать приятного аппетита, хорошего настроения, крепкого здоровья. И заходите на канал, комментируйте. Всем всегда очень и очень рада. Всем удачи и пока-пока.